Здорово, нигеры, это Климан с вами, и мы сегодня делаем обзор на вот эту вот красную фиговину, которую начали насаживать нам на банке Артон. Обзорчик нового кэпчика. Можно сказать, блин, если честно, я не очень его понимаю, да, потому что это грязный кэп и какие-нибудь художественные оформления, еще что-то с этого вообще, конечно, сложно сделать. Постоянный распыл, вообще, в принципе, на любой линии, даже на самой узкой линии у нас везде грязные края, да. Ну это что, dirty hand style какой-то просто получается, это такой более бомберский вариант, как будто ты рисуешь какой-то автоэмалью. Так что, друзья, кто выкидывал розы, борода, они пригодятся вам скоро.